Везде. Это Алексей Иванов, я рад приветствовать вас в Чегемском ущелье. Сегодня 21 октября, отличная погода. Но тепло после теплого года. Мы находимся в Рузенге. Я лечу в Трудэвис со своим Юрой. Сейчас мы вам все расскажем, покажем. Ребята, показывать будет как и не никак. Давай, Юра, тебе первым. Лучше с той стороны, Юра. Помоги сюда. Взрослых людей приезжают
самое сложное в полете знать, куда летишь. Нет, ну вот, по-моему, для совершенно самое сложное взлет. Ну да, если не так. А вот сейчас мне не страшно. А если моя сандалия упадет? Потеряется на себя, как и ботинки. Да. Без бесчелка не перейдется. Но если всего-то один. Кир, помнишь, как ты... Кира! Помнишь, как ты в лагере? В одном ботинке и в одном тапке. Кир! Сейчас вот все страшно. О, а вот этот вот пропал выше. Все-таки не зря я предложил. О, а тут все еще снег остался. Это не снег, это просто такие белые камни.
Вот когда пищит, нос поднимает. Надо было перчатки себе брать. Из дома брать. Да нет, нет. У меня есть большие дома. Да нет. Ой, в скале какая-то гаяга. Вон, видишь, Кир? Это корень дерева. Ну да. Ты руку так, ты просто сама еще перекосилась. Ты руку так высунешь, чтоб... Да? А? Да. Я без машины. Можно, да, плечевые отрегулировать. Этот отпустить, а этот... Да, этот надо отпустить. Сейчас я тебе помогу. Да ладно, я сейчас помогу, ладно. Ты мне показывай. Видишь, пап, я уже бесстрашен. Ты камеру держи нормально. Папа, а когда садиться будем? Когда захотите. Могу вас хоть весь день катать, сейчас здесь прокачу в основных местах. Весь лагерь видно. Прям весь. Отпусти еще, если надо. Птица. Люди, смотри. Где? Вон, на дубе.
Я его видел. Офигеть, никакого крепления. Только двое людей осталось. То есть. Папа, когда дети приедут? Я не сегодня. Завтра воскресенье. Ну и все сейчас учатся, у всех учеба, четверть заканчивается. Мы над зубами летим, мы над зубами летим. Это прикалявшийся, оставят на второй год. Не оставят. У нас серого, который учился нижний. Только на двойки и на тройки, не оставили на второй год. Давайте лаги удивим. Одной пятерки. Не оставили на второй год. Этот флот и российский колдунчик. Так и? Нет. Ну это тебе кажется. Да, может он быть цвел. Вот этот вот, который видно.
вообще к деревне подлетим. Ура, деревня, ура, деревня, ура. Похож на руку. Вот смотрите. А, нет.
это уже не видно. Кир, вот там еще один маленький красный, вот, с красной крышей. Только по стукам надо очень долго там. Кира, тебе не страшно? Нет. Ой. Я бесстрашен. Ура! Хотя будет пока потом. Так. Пролетели. Ха-ха. Вот так. Жалко, что мама этого не видит. Ты снимаешь, она увидит. А твой? О, вот это вот похоже на метеорит. Вот это вот, пап, да? Ага. Как будто... Ура, мы пролетели в метеорит. О, а вот это вот тень похоже на... О, Боги, представляешь? Сейчас бы зима, и мы бы на ледянках вот тут вот скатились. Да. Наверное, ледянка. Тут, наверное, ледянок 10 бы понадобилось. Но... Или вообще понадобилось снегоход. Ага. Зелёный. Кира, Кира. Зеленая скала, смотри! Поток прям подбрасывает. Кирана! Хочешь поснимать? Не, не хочу. У меня руки мерзнут, когда я... У меня есть руки без перчаток. А я устал держать. Разверни ее просто в другую сторону и держи так. Thank you.
ты. О, бабочка. Бабочка. Ты видел, папа, как у сына бабочка летала? Видел? Она прямо у нас под ногами полетела. Похоже, бабочка тоже с нами хочет полетать. Элька не боится щекотки. Она только дерется. Да, Кир? Папа, прикол, мы сейчас здесь Эльку увидим. Не, не увидим. Она мелкая, невысоко. Да не мелкая уже. Может немножко подрасти. Но забраться так не может сильно. Обычное дело. Мне показалось, что сначала вот этот параплан, это Билл. Или глаз Билла. О, Кира, смотри, такой треугольничек. Там вот. Папа, заверни немножко вот в эту сторону. Вон там вот тоже колдунчик стоит. Хорошая была киса, мы ее любили. Ну, ушла, до встречи, Но в следующий раз щенка возьмем. Ребят, щенка отбежать в другую квартиру. Гулять-то не очень много, раздрая пчелся. Когда собака ходит в туалет, я же не дышу, как кошки не посадишь. На унитаз. Мама, видишь, не согласна, хотя бы год не пойдет. Жалко, что Элька сбежала.
какая-то бабочка пролетела. Бабочка, похоже, тоже хотела вот полетать с нами, да? Самый мой лучший день в жизни. Эх, если бы кто-то остался хотя бы немножко с ней, я бы попросил поделиться, а потом удивил. Пролетели
летим. Зато не видел с тремя людьми. Папа, я хочу вот туда вот. Вот на той горы. Скалы. То есть. Короче. Представляешь, мы бы здесь Эльку, знаешь, увидели. Но она бы могла подойти. Давай лаги удивим. Вот горы нет, горы не кажется. Вы готовы? Да. Поняла. Сейчас развернемся. Пап, давай с крутым поворотом развернемся. Вот это, давай. Я снова хочу крутой поворот. Вот когда вот там вот будет. Вот когда вон там вот будет. Папа, а потом мы это видео отправим? Да! На старт! Хорошо! Садиться на старт? Сделай нам крутой поворот. Круто! Сейчас так туда. Ну что, полетели на верхний старт? Да. Еще пружинку. Пружинку. А что такое пружинка? Ну, спираль, короче. А, ну давайте ее попозже. Когда будем туда садиться? Да. А сейчас на верхний старт отдыхаем и дальше летим. Так, не сюда, не сюда, не сюда садимся. К чёрту.
давай сюда. А что не на верхний? Давай поп на верхний. Не на машину, не на машину. Поехали на машину. Не успели. Не успели. Ну так, летчики садятся. Мы на верхнюю решили. Куда, куда, куда ты? Кира, готовь свои ноги. Хорошо. Но мы скорее всего приземлимся на ноги, когда папа... Видишь, ветер слабый, я не могу еще набрать. Сюда! Да-да-да. Ну что, лаги удивим или нет пока что? Готовим свои ноги. Ножки не выставляйте только на...